Добрый день. Ну, хочу еще раз поблагодарить. Может быть, сегодня крайний день. Вот 7-го отряда МЧС предоставляют пушки тепловые, дизельные, для высушивания после потопления. Вот квартир, это Вейса 9, квартира 1 и квартира 2. У нас на расширение две квартиры, уже 32 года. Вот по батарее была вода, вот такие последствия, это вот грибок уже, вот такие последствия. Ну, сниму на всякий случай, может быть, куда-то пригодится комиссии там или что. Вот такой грибок, вот такой грибок, вот такой грибок, вот такой грибок. Вот штукатурка подвалилась, а вот все это грибок, вот как вода была, так все грибок. Ну еще хорошо, совдеповская штукатурка, она с этим, как она, ну, с белой, как она, поэтому она сама себя как бы обеззараживает. Вот здесь мы вот ГВЛом выравнивали, все повело, вот там тоже, считай, получается, вот так все грибок. Кто-то там открутил, чтобы воздух немножко был. Сегодня добрался до этих, заваленку разобрал наконец-то. Там вот упали стойки кирпичные, упали стойки. Вот все, вот как вода была по батарее, вот по подоконнику, вот все поотваливалось. Здесь вот тоже ГВЛ, здесь все повело, грибок. Это я холодильник закрыл пенопластом, чтобы не нагревался. Здесь вот тоже, ну все это, линолеум сорвали, там фанеру, все понятно, да? Это здесь стояла стенка Слава 1989 года, все утонуло, короче, все, ДСП, всю мебель выкинули. Эта мебель тоже будет выбрасываться, это просто она, мы ждали там какого еще, 29-го тайфун августа, а потом ждали там 5-7 сентября, поэтому это вот так. Ну а сейчас это просто стоит, чтобы продувалось, осушилось. Это вот мы, что успели спасти мелочевку. Вот. Я просто говорю, как есть, без всякого подтекста. Вот вторая пушка. Там я добрался отдушины, заваленку разобрал. Поэтому вот так. Вот как была вода по подоконнику, 80 сантиметров в квартире. Вот все пообваливалось. Вот все пообваливалось. Как уходила вода из печки, да? Вот сажа там, все, вот так. Все тут слизь была, ил, у нас еще тут туалет был, поэтому какашки. Это вот сушим сейчас, все из мешков достали. Это вот была кровать, на столы поставили быстро кровать, сообразили. И накидывали все на кровать. Сейчас вот все это сушим. Все это сырость. Ну вот спасибо 7-му отряду МЧС, 32-я пожарно-спасательная часть. Вот. Книги успел спасти, на которых дочка выросла. Вот энциклопедии, тут библии, детские библии, там всякие почемучки. Вот сейчас внук пошел в первый класс, так что все это пригодится. Обувь там, все матрасы, все это отсыревшее. Все это сушим вот так на веревках, вот набил веревки вот так, чтобы ветер продувался там. Вот так. В погребе мухота, короче, вот вода ушла, откачивали помпой. Ну, мухота, короче, осталась. Вот сейчас все сушим. Вот. Давай, убегай, красава. Красава, убегай. Давай, убегай. Еще кошка. Было 6 котят, вот троих отдали в хорошие руки. Вот, смотрите. Вот полы. Входишь на веранду. Ну, стыдно, не стыдно, но вот такие последствия, да. Вот это все гнилое. Это все гнилое, это все труха, короче, да, это... Ну, уже купили древесину, там все уже размерили, деньги уже вложили. Ну, вот сейчас ждем поступления помощи там. Вот окно будем менять, это все тоже было еще выше подоконника. Здесь ниже чуть-чуть, поэтому здесь вот все гнилое.